в эти автобусы страшно зайти, а цену еще поднимут. Бесполезно, ничего не будет меняться. Это просто вот дорожание очередное идет и все. Власть виновата, кто же виноват еще? Ну как можно относиться к подорожанию? Конечно, плохо. И так и маршрутки еле ходят, они в плохом состоянии и еще и плюсом еще повышают. Фигово. Фигово? Да. Пенсии маленькие, много пенсионеров передвигаются общественным транспортом на автобусе. Это несправедливо. Нормально. Сильно ударит это по кошельку Воронежа? Нет. Не знаю и знать не хочу. Ну они исходят из затрат там на бензин, на содержание автотранспорта, правильно? Значит, это оправданная мера. В любом случае, ничего хорошего никогда не делается. Что не делается, все только плохо. Ну, ударит, прилично ударит, ну, во-первых. Во-вторых, мне не устраивает качество, вот, как водителей, так и транспорта. Поэтому я не считаю, что это правомерно. Я отношусь очень даже отрицательно. Я пенсионер, для меня это очень будет сложно. И накладисто, скажем так.